Привет, с вами Трубоёжик и Русик. Сегодня мы будем делать... Русик, здоровайся. Всем здорово. Сегодня мы будем делать выживание на острове. Короче, у нас есть только вот какой-то кактус, семена, там всякая хрень. Давай, забирай всё и сажай. Так, а чё я? Давай ты. Я тебе там факелов оставил. Нет, тогда пусть там факела будут. А камень как мы добудем? Он есть вообще здесь? А, вообще есть, да. Вон, видишь, дерево. Дерево надо рубить. А если в водоворота попасть, мы сможем вылезти, интересно? Конечно. Поставь кровать обратно и кактусы сажай. Тебе нахрен нам кактус? Как кактус сажать? Нужно же на этот... На песок его. А песка нету. Дерево давай собирай. Ну я уже собрал одно. Они как-то странно растут вниз в воду. Да, точнее поставили их вниз в воду. Ага. Разработчик, конечно, крутой. Странная карта, мне кажется. Да у тебя все кажется. Странно. Нет. Неправда. Так, где тут еще дерево? Мы до этого пытались 33 раза сыграть нормальную карту, которую он там выбирал. А эти ему странными не казались, там эти галлюциногенные наркоманские карты. А тут ему странным кажется карта на выживание. О, я выбил этот саженец. Посади его. Не умничай, я копаю дерево. Посади его. Все, у меня 7 штук дерева. Хватит, думаю. Ну я не знаю, сколько угодно, лишь бы хватило. Блин, они как-то очень странно растут, эти деревья, конечно. Так. Трудно их добывать. Ну все, у меня тоже где-то штук 5. Тоже. Ау, я не могу выбраться. Сейчас я приспособления все скрафчу, которые нужны. Да. Тебе самое главное, самотык нужен. Нет, тебе надо. Приспособление для выживания. На острове. Конечно. Что еще нужно для Русика? Так, надо дерево посадить еще одно. Вот. Ты что там закопался? Да я вниз... Создал? Кого? А сам у себя сделаешь. Лентяй, блин. Факела отдай тогда. Они там лежат. Ни хрена там не лежит. А где булыжник? Я откуда знаю, где булыжник? Странно. Булыжника, прикинь, нету. А на, факела. На. Половину. Ну будем с деревянными работать, наверное. Как-то не вообще. Не плачь, Маруся. А что там внизу-то? А там ничего нету. Там просто земля. Вон булыжник. Ненастойчивая тварь. Поглубже копать не мог. Булыжник одет-то ваш заплакал, вот. Учись, как надо булыжник копать. Ой, мастер я, Йода. Вечно ты разочаровываешься быстро. А, вот он далеко просто находится очень сильно. Ну и что? Копал бы, копал. Только под себя не копай, а тут всякие фишечки могут на карте, думаю, быть. Я уже закопал под себя, не парься. Так, что тут-то как-то... Так, надо, короче, мне... Скинь мне инструменты в дырку. Какие инструменты? У меня никаких инструментов-то вот нет. Создай из булыжника и скинь. Кирки мне нужны. Сейчас. Сколько кирок сделать? Думаю, 4 по 2 хватит. Где-то. Говорю, по 2 хватит. А, нет, тут не хватит. Или хватит. Сейчас посмотрим. Короче, у меня уже хавчика не хватает. Ух. Какого хавчика? Скидывай мне кирки и давай хавчик добывать. У меня семечко есть. Сейчас я, погоди, расставлю по острову факела. А то мобы там могут заспавниться. Это же тем лучше. С них может кости выпасть, и мы сможем пшеницу вырасти быстро. Так что у нас ставь факела. Или зомби, нет. С него тоже хавчик попадет. Если умрем, мы все равно здесь появимся, так что не парься. Тогда давай поспим. Давай тогда поспим, чтобы утро настало. Не-не-не, нужно сделать, чтобы мобы появились. Ты что, не слышал? Так, как мне прыгнуть туда, чтобы не разбиться? Вот так, чтобы разбиться. Ты уже хату работаешь, нигер. Что, на. Ко мне, что ли? А, кирки. Я тебе одну, я только потому что одну. Чего на две, думал? Короче, смог. О, железо. Ты прикинь, железка, одно только, причем. Ну, бывает. Я хотел его добыть, а мне гравий только. Неудачник. Измельчитель сделаем. О!
Знаешь, что я нашел? Чего? А ты угадай. Какую медь ты чё? Уголь. Уголь? Уголь? Да. А и чё я ни хрена не нахожу? Неудачник, потому что. Ага, я дачник. Дачник и удачник. Так, когда там... Ты куда закопался-то? 11 уровень за алмазами. Тут нету алмазов, я думаю. Не умничай, блин. Ты, а ты про камень так думал, тут нету камня, блин. А ты это, обычный киркой, не вздумай. Не умничай, я знаю, что надо делать. А, возьмешь сейчас, копанешь обычной киркой. Плавь железо, который нашел. Одно, да? Лопату сделай себе и могилу вырой для своих мозгов, которые говорят, что камней и алмазов нет. Лоботонию ты сделай, слышишь? Лоботонию сам себе делай. Я тебе, знаешь, что посоветовал сделать лучше? Эту. Лопату. Шизофреник. Ты как нигер, отвечай, работаешь. Ну, естественно. Как же мне еще работать, если ты не работаешь? Хотя, в принципе, ты ресурсы нашел. У меня всего лишь немножко угля, и все. Сколько у тебя? У меня 3 угля. Не, у меня 4. Лошара. Гад. Ну ладно, сейчас добудем что-нибудь. Чего у меня нет железа? Ну, кстати, текстопак красивый. Кому нравится, скачивайте. Там ссылка под описанием видео будет. А я как бонс без текстуры. Он для всех Майнкрафтов почти подходит. Ну, начиная от 1.7.2 и выше. Чё-то как-то вниз очень глубоко, да? Ой, блин, у тебя все глубоко. Уровень всего лишь 19. А я тогда давай буду не надо здесь копать, блин, мою шахту. Я ненавижу, когда в мою шахту лезут. Да тихо, у меня хп не регенится уже. Да? Да. Засранец, блин. Хочет мои... Там, где... Там, где, как она... Земля, то там что-то бывает ценное. Это так. Предрассудки. Не-не-не-не-не. Это 100% что там что-то есть. Я на 13-м. Ну, земля, как минимум, точно будет. Ну вот ты смотри, там ресурс какие-нибудь. А че мне Y такой? А, 20 уровень всего лишь. О, мне лопата нужна. Делай, иди. Делайте у них. Мне придется сейчас верстак сделать и спрятать его. Гад. Чтоб тебе не достался, мне дерево. Я мало. Тоже, я тоже хочу. У меня дерево есть. Тогда тем более тебе нельзя. А мне... Ой, верстак. Сейчас я из гравия сделаю лопату. Давай дерево не будем тратить, а? Сильно. Давай без давай. У нас растут деревья наверху. Коноплянка. Не парься, так что сделаю пару кирок, две лопаты и сейчас бы пожрать бы, думаю. Не знаю, я не хочу жрать, у меня полная. Опа, ты не услышал, конечно, а я услышал. Зомбака нет. Так, вроде мы сейчас, смотри, на 19 уровне. Мне нужно... Ты на 19-м, я на 18, на 17, на 16. Мне нужно факелаж сделать еще. А тебя что, больше нету, что ли, факелов? Ну, я, короче, 40 теперь мне их. О, уголь. А мне бы уголь пригодился. Тут их 6 штук, 7. Ну, мне... Ага, все, я на 16-м, 15-м. Я сейчас, короче, на 11 докопаю и алмазы найду. Ну, сначала железо нужно, кирку. Ну, да. Одно бы железка бы сейчас найти бы, неплохо было бы. Ну да, первый день выживания все-таки как-никак. Все, я на 11 уровне и пошел в бок. О, железо нашел. 2 железа, 3 железа. Ой, много железа. Молодец. Тут мой. Очень много железа. Переплавляй сразу. Сколько думаешь у меня железа сейчас? Я откуда знаю. 16. Блин. Угадал, что ли? Нет. Я просто вижу его монитор, он сидит в соседней комнате. Короче, у меня 14 железа. Шара, было одно 13, прикинь, нашел. 13. Красный камень тебе нужен? Редстоун? Да. Пока что нет. Ну, нет, так нет. А у меня железо опять. Ну как опять, впервые. Опять. О, алмазы. Да? Да.
Ты пожалел, что ты не поплавил заранее? А, алмазы я тоже нашел. Да? Да, У вот тебя прям сколько? под Сколько железом. ты их видишь? Я пока один вижу. А я три. Я не Палка. раскопал еще просто. А, вот еще один. Два алмаза как минимум. Офигеть, нам подфартило, да? Это три алмаза, вон, третий тоже рядом. Я тоже три алмаза нашел. Я, короче, переплавляю. Четыре алмаза нашел. Слушай, у меня угля нету. На деревьях. Ну не, палочки мне жалко тратить. Четыре алмаза, короче, я нашел. Не, я буду уголь искать. Дай мне уголь. Я вот к тебе иду. У меня нету. Как нету? А, вот уголь нашел, есть. У меня только в печке. Два всего? Чё так мало? Вы чё? Когда я буду... Я больше радуюсь углю, чем алмазу. Чё за хрень? Всего два угля. Ну хотя и этого хватит для трех хотя бы. Так, все, я добываю алмазы. Я тоже скоро. О, тут их 5-6 алмазов. Ой, и уголь на... выше. 6 алмазов и уголь еще. Тебе дать угля? Да уже не надо. У меня много его. Мне уже не надо. Мне хотя бы 3 слитка выплавить бы и все. А у меня уже хватит на 4-5. Алмазы добуду и начну добывать суперскоростным методом. Офигеть, круто. Все, наконец-то. Давай-ка домой. Я сейчас алмазную кирку создам. Как ты думаешь, давай домой? Пока нет. Нет? Я должен добыть все, что можно добыть. Хм, странно. Что? Пока у меня палки не кончатся. О, алмаз. О, еще один алмаз. 4 уже. До хрена алмазов. Да, кстати, вообще много их. Не, по 4. О, 5? О, еще алмазы! Вот да еще. Ладно. 1. 2. Так, я сейчас алмазную кирку буду делать теперь. Алмазную кирку? Все уже сделал. Мне тоже можно целых сколько там? 2 алмазных кирки сделать. Прикольно, да? В первой же серии уже. Ага, нашли алмазы, прикольно. Ну сейчас 15 минут будет, эту серию закончим, короче. А пока копай как нигер. С алмазной киркой, вот она копает неплохо. Еще бы зачаровать ее. Да, прикольно было бы. Я тоже сейчас подумал, надо зачаровальный столик сделать, во. Блин. Давай, а что там нужно для него? Обсидиан, короче, книжка. О, я еще алмазы нашел. Сколько у тебя уже? Ну, пока не знаю, сейчас докопаю все. Еще уголь. О, еще алмазы, тут два месторождения. Уху-ху! Я охренею. Багажный. Я, короче, броню делаю себе, все что угодно. Вот тут еще алмазы! Алмазы с алмазами. Я думаю, смотри, алмазы лучше не тратить все. Не умничай. Я не умничаю, я говорю дело. Думать. О, еще железо, неплохо. Я тебе дело говорю. Короче, у меня 18 алмазов. 18? Че так мало? О, 19 уже. 19? А чё у меня так много? Учись как надо собирать алмазы. Тут, короче, несколько месторождений рядом были. Ну как бы мне на лаву не попасть теперь. А она бы... светилась бы как-нибудь. Кстати, мы сейчас можем встретиться, смотри. Я вижу твой ник, да. Мы, о, кстати, тут вода, вода. Заливает мою шахту, так что я пошел от тебя подальше. Какой давай. Уровень? 10, маленький. Нужно повыше. Что? Маленький. Это ты штаны себе посмотрел? Маленький, маленький, блин. О, еще алмазы. А тут редстоуна много, блин. О, железо, алмазы. У кого-то редстоуна много, у кого-то алмазы. Тут прикинь, короче, прям алмазы, редстоун и железо. Одновременно все. У меня только алмазы. А, еще уголь. О, алмазов здесь очень много. Походу здесь какая-то настройка на алмазы. Да. У меня настройка алмазы. Угадай, сколько у меня алмазов сейчас? 20 с копейками. 43. Да ладно! Я не шучу. Шутишь? Нет. Да ладно, я не верю тебе. 43 алмаза. Вот смотрите, не верю. Напишите в комментариях, что у меня 43 алмаза. Опа, у меня уже хп тратится. Ну ты еще и сдохнешь скоро. У меня только одно 7. Не, я не умру, потому что у меня это...
стоит. Алмазы? Лава, лава, лава! Сгори нафиг со своими двумя алмазами. Короче, я домой. Я пошел домой. А я алмазы добывать еще. Как нигер, да? Ну, 43 стак хотя бы добуду, потом приду. Разжились, как не знаю кто, как нигер, отвечаю. О, лаву нашел. Видел картинку, короче, жирный нигер лежит такой на баксах? Нет. Это прикольно вообще. Я не видел такую картинку. Надо алмазную броню делать, всю хуйню. Короче, все будет красавчиками, будем ходить скоро. Ну и у меня 10 алмазов, кстати, есть еще. У тебя всего 10? Да. Я думал, у тебя под 40 там хотя бы тоже. Я же офигевал от твоего количества. Да у меня это... О, редстоун. Уголь. По-моему, здесь ценнее уголь, чем алмаз. У меня угля меньше, чем алмазов. Когда это было? Последний раз. Короче, ты что-нибудь... О, кстати. Надо редстоун тоже добывать, чтобы опыт набивать. Опыт, а я тебе про что? Так, у меня половина хп. Давай-ка я упаду лучше и разобьюсь. А жизнь? Ну. А вдруг ты не восстановишься? Почему? Вдруг это хардкор. А, конечно. Ты заспал. Что? Не могу запрыгнуть на дерево, ну, чтобы ты... разбиться. Эти там. Алмазный копатель. Копатели онлайн. Онлайн. Фу, ненавижу копателей. А ты даже в них не играл, наверное. Не, один раз пробовал. А-а-а, все ясно. Да. Так, что же я хотел? Да, я сейчас кирку себе сделаю алмаз. Тебе сделать кирку? У меня есть. А вот еще алмазы нашел. Блин, много их. Ну хотя бы стак бы. Ой. А, здесь только два алмаза. Мало. Ой, давай, сейчас. Нигер, работай. Ага, кто-то же должен в семье работать. Все. А, вот уголь. Много? Да не очень. 4. У меня 25 угла, говорю. Угла. Угля. Я алмазы еще нашел. Вот, наконец. Сейчас так будет, наверное. Не, алмазов здесь так хренище просто. О, они не кончаются. Я их копаю, они еще и еще. У меня прикольно, 59, да? Всего, блин. Почему не стак? Че так мало? Опа! Первые мобы. Убивай. Убил. Какая просто молодец. Иду на броне на него. Убил. Темно. О, я тебя вижу, кстати. Почему ты меня видишь? Не знаю. Читер, наверное. Ноду включил свой. Наверное. Я тебя не вижу где-то там. А вон ты маленький. Редстоун. 59 алмазов. Это уже неплохой день называется. Но ты еще не хотел в выживание играть. Ну да, конечно. Ну, правда, 59 это только у меня. Ну, и еще а там. Этот нахлебник даже еду не может скрафтить. А какую еду ты там? Ничего не посадил же ведь. Вот взял бы у меня пшеницу, посадил бы. Мотыгу алмазную сделал. Я сейчас мотыгу алмазную сделаю, приколюсь. Жируем на доллары. Ну, я сейчас зачарую, конечно, у меня 16-20 уровень. Алмазы еще. Мне уже тошнит от алмазов. Сколько можно? Хочу уголь. 62 у меня всего алмазов. А я бы сейчас бы на золото бы не прочь перейти. Ну, конечно, если бы алмаз... Опа, а тут... Нету. Что за бред? Что? Что случилось? Была лава, а теперь тут вода. Как так? Нахрена, может, у тебя глюк. Возможно, но невозможно. Наклевка своей челябинской травки. О, кстати. О, я к тебе прокопал, походу. Ну, молодец, вон я тебя вижу впереди. Я обратно иду же. Тут... Кстати, над тобой было много угля. Не, спасибо, я еще найду там лаву над собой. Так, да какой мы совсем? Я тут редстоун добываю, короче, и опыт повышаю свой. Чтобы зачаровать алмазную кирку на удачу. Да, конечно, нам надо еще сделать много чего, чтобы... найти. Ну да, нам нужна лава и вода, что нам? А, это ты лаву тут закрывал? Нет. А, значит, это я закрывал. У
тебя же есть алмазный, добудь этот. Зачаровалку. Зачаровал? Зачаровалку добудь. Она как руда тут спавнится. Ну я бы не удивился, тут железо нашел, короче. А я бы удивился бы. Опа, лава. Я не могу два добить, чтобы у меня стак алмазов был. Всего два алмазика нужно. Давайте я подкину. Ага, только это и осталось. От тебя алмазов просить. Подай мне алмазы, пожалуйста, я нищеброд. А я такой специально не дам. Сам добывай. Типа ты мне не давал. Да. Редстоун тут всякие, блин, уже надоели. И сколько мы уже снимаем, как думаешь? Знаю, 20 минут где-то. Точнее, точно 20 минут. Точно. Почему мне надоело копать? Я хочу на белый свет. Я не хочу работать. А я не хочу, я уже выходил на белый свет. Когда интернет отключили. Как мне выйти наверх? Ой, скелет. Я сейчас его алмазной киркой буду бить. Кстати, они 4 ударов убиваются. Фу, умер. А как он там появился? Успел? Ты умер, да? Нет, скелет. Если бы я умер, тут бы такая паника была. 50-62 алмаза. А я бы такой на хардкоре сразу побежал бы, такой алмаз забрал и сказал, я добыл. Ага. Все-то знают, кто добыватель алмазов. Что-то мне прет всегда на алмазы и какие-то ресурсы. Ты увидел сейчас, я как раскопал тут? Я ничего не вижу. А, ну, вон, подошел. Я давай к тебе пойду, наверное. Давай. Мне нужно с тобой мне повезет с алмазами. Может быть. Эй, хочешь, я тебе половину дам? О, алмазы. Ты как раз идешь, и я алмазы нашел. Вот видишь, как... Сразу тебе достаточно просто обо мне подумать. О, я чью-то шахту нашел. О, еще алмазы. С водой. Да, это я там закрывал. Че такие кривые шахты? Кто так роет? О, лава еще. Ты. Опа. Здрасте. А, блин, напугал. Я думал, знаешь, когда это, лаву-то... Не, ну, не знаю. На, жлобяра, держи. Никогда ты столько не видел, наверное. Ну ладно. Ну ладно, блин. Нет, ну спасибо сказать. Ну ладно, возьму. Видите, какой жлоб, да? Кому еще вам 30 алмазов так дарили? Мне всего 31 осталось. Ладно, спасибо большое. Хоть какой-то чей. Как выбраться, блин? Сейчас я дорогу покажу, я как лесник. Лесник! Мы отколупали все, короче, ну... О, алмазы. Еще что ли? Золото. Кстати, да, золото я даже не находил. Даже я не находил золото, скажем так. Я хрен пойму... 36 железа. В катакомбах каких-то рою тут. Ну чё, пошли на воздух свежий. Ну да, я кругами тут хожу. Ну тогда я к тебе бегу. Вон, я тебя вижу. Давай. Эй! Вот молодцы, да? Ой, вообще. Еще бы немного, еще бы. Опа, чуть-чуть. Там еще один, смотри. Ты факела не забывай ставить, у меня нет меча. Нам туда, вперед? Да. Ну взорви его. Опа. Взорви его. Отойди чуть-чуть. Такой еще взрыв такой. Ты такой, просто факела не ставишь, вот поэтому я не исполнился. О. Экономист хренов. На факелах экономит. А, во, это точно моя шахта. Нет, я же говорю, я лесник. Ох, 24-25 минут, короче, серия длилась. Мы добыли почти стак алмазов. Ну, если на двоих, то точно стак. У тебя сколько сейчас с собой? 31, по-моему. 31? Ну, мы точно уже добыли стак. Ну, на двоих, да. Чё ты здесь криво так подрыл? У меня еще 36 с собой. И еще дома штуку 6. А, стопендер, нам еще наверх как-то, блин. Давай лесенький рой. Убери. Отойди. Смотри, смотри, я тебе покажу элементарный способ. Я знаю, отойди просто. Нам нужно, чтобы удобно было сюда спускаться. Бесполезный ты работник. Чё так темно-то? Таджик, что ли? Если мальчик любит труд, то его зовут Джамшут, слышал? У тебя железо же есть? Конечно, есть. Ложи сюда. Мне всего 16.
Уложи. Так, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Первая серия выживания на острове закончилась успешно с другом на сервере. Ну и сейчас будем снимать вторую серию. Всем пока-пока. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте видео. Пока, скажи. Всем пока.